Оперу «Севильский цирюльник» в исполнении театра оперы и балета представят на «Золотой маске». Премьера спектакля в Якутске прошла еще в марте этого года. Ее представил дирижер-постановщик, соотечественник автора произведения Алессандро Бичи. Он рассказал, что в этой постановке он постарался максимально передать дух и настроение Италии. Поэтому манера исполнения партии как артистов театра, так и оркестра будет отличаться от привычной. Это итальянская музыка, старая, есть другие стили, другие традиции, другой звук вообще. И это, в оркестре я очень рад, потому что получили хороший результат. Конечно, можно всегда получше, и надеюсь еще поработать, чтобы получить еще лучше и лучше.